Друзья, здравствуйте, всем привет, всем хорошего настроения, всем всего самого лучшего, так сказать, лето уже на какую-то такую, возможно, половину закончилось, возможно, не закончилось, в общем-то, вы сами можете все это обсудить в комментариях, однако сегодня давайте будем без вот всего этого, без какой-то воды, без всех прочих вещей, потому что новости вот сейчас реально новые, то есть до этого я говорил, что новости были новые, а вы все писали, мол, чел, ты задолбал кликбейт, ты задолбал обманывать, новости, они же старые, ну зачем ты нас всех обманываешь, ну для чего ты все это делаешь? И я такой, типа, чуваки, давайте будем без всего этого, давайте будем без каких-либо претензий, все-таки контент он бесплатный, вы его смотрите, так сказать, там рекламу, вот это вот все прочее и все, то есть вы сами за него ничего не платите, еще и не хотите по бесплатному лайку скинуться, по тем более бесплатной подписке, то есть я не знаю, кто вы такие, что вы такие, но в целом я думаю, что все это нужно сделать, если бы вы все это сделали, то было бы намного лучше, намного круче, намного, возможно, даже продуктивнее. Однако, вот все, ладно, давайте перейдем к самой новости, обсудим ее, потому что новость сегодня мамородная. Мы будем ее обсуждать, наверное, полчаса, потому что это может продолжаться бесконечно. Мои выпуски новостей, они могут быть там, я не знаю, как на 4 минуты, так и на полчаса. Но так как я ценю ваше время, потому что я, типа, ну, хочу, чтобы вы, так сказать, ознакомливались со всем этим по мере возможности. То есть, допустим, едете вы там где-нибудь в метро и не можете долго что-то слушать, долго что-то смотреть. И вот вы смотрите на все это и понимаете, что да, это все круто, это все замечательно. Это все заманчиво и вообще, типа, видосы крутые, у тебя поставлю лайк, подпишусь и вот так, а могут, типа, видосы идти дольше, но я ценю ваше время, максимально коротко, максимально внятно все это вам расскажу, без какой-либо воды, все-таки тут у нас не первый канал, вот будем честны. Однако, ладно, давайте приступим к самой новости. Black Russia показали работу инкассации, как вам? Все, то есть Кирилл Вовк, до этого, вот я пока что вам не буду показывать все вот эти вот скриншоты, все это мы это оставим напоследок, на сладкое, я расскажу небольшую предысторию. Кирилл Вовк совершенно недавно, совсем, может даже сказать, недавно, выкладывал скрины того, что вот, мол, будет вот такой семейный фургон, вот, мол, сможете там кататься туда-сюда со своей семьей, со своей РП-женой, со своей РП-братом, со своими там вот этими всеми прочими ролеплей друзьями сможете кататься, настоящих-то у вас, разумеется, нет, и все вот это вот там делать на всей вот этой вот семейной машине. Сейчас, что мы можем увидеть, вот, просто посмотрите на всю эту картинку, и что вы тут можете увидеть? Тот самый семейный фургон, который Кирилл Вовк позиционировал нам как машину для того, чтобы с семьей выехать на отдых. А такого нету. Почему? Для чего? Для кого все это? Я не понимаю. И вы, возможно, тоже не понимаете. Однако, я так понял, появилась новая профессия, новая работа, возможно, даже новая организация инкассация. И мы теперь сможем поработать на ней. Правда, мне нужно еще прокачивать левел на Black Russia. Уже многие мои рефералы, которые регаются на ник Данила КПРФ и вводят промокод хэштег ZDC, они типа все это уже знают, у них все это уже круто, замечательно и так далее. Однако, типа, я до сих пор маленького уровня, маленького левела. Уж простите, так произошло, я не могу играть, потому что каждый день в 20:00, либо же немного попозже, у меня выходят мои выпуски новостей, которые я должен смонтировать, озвучить, сделать превью, выгрузить на YouTube и сказать вам, мол, вот, смотрите, я для вас все это сделал, теперь вы все это, разумеется, можете посмотреть в высоком качестве на YouTube, чтобы у вас все было как бы хорошо, и вы знали вообще, что происходит на вашем любимом GTA RMP проекте на телефон Black Russia. Я все это делаю для вас, от вас ничего не прошу, просто лайк, дизлайк, комментарий, подписка, отписка, отписки, разумеется, не нужны, только если вы какой-нибудь дебил, который пишет, типа, ой, ты дурак, ты дебил, но это вы тоже все можете писать, никакие комментарии я не удаляю, никогда ничего такого вообще я не делал, поэтому я думаю, что вы можете мне в данном случае доверять, довериться и вообще сделать все прочие вещи. Однако, ладно, на этом я думаю, что мы уже можем закончить. Кто мы-то? Я тут один, я могу уже закончить данный видеоролик с вашего, разумеется, позволения, если вы сейчас напишите в комментариях, мол, а там скиньте тайм-код и такие типа 4:21. Да, 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 заканчивай все это, потому что все ты уже достал. Мы уже поняли, что вся эта профессия, вся эта новая работа, она будет связана с инкассацией. Мы все это поняли. Все, заканчивай, все, давай, до свидания, все, давай, пока. Я все это закончу, скажу вам до свидания и скажу пока. Но перед всем этим ссылка на скачивание Black Russia, она находится в описании данного видеоролика. Там же мой никнейм Данила КПРФ. Вводите его при регистрации вашего игрового персонажа. И на втором левеле вводите мой промокод. Код хэштег ZDC, чтобы вам начислили всякие разные вещи, всякие разные плюшки и не плюшки и многое другое, допустим, деньги. Вот, поэтому все это делаете, со всем этим ознакомливайтесь, со всем этим познакомливайтесь. И, в общем-то, увидимся тут же, завтра в 20:00. Заходите играть на Black Russia. Все, всем пока.